Ну, только нас смотрят за отоплением на Тайване. Кроме моих следов, вообще следов больше нет. Хотя несколько дней звоним. Никто не ходит, ничего не смотрит. Вот. Только мои в одну сторону. Все. Вокруг следов нет. А здесь у нас вот она парит. Вот. Здесь все парит. Здесь парит. Здесь вот. Там вот парит. А дома у нас по 10-12 градусов в плюсе. По нашей кочегарке на мостотряне. Кстати, камера стоит, снимает нас. Хорошо. Вот. А вот уголь, из-за которого все проблемы у нас. Который забивается, комкуется. Там просто не уголь, а пыль. Вот. Все под снегом валяет. Кто-то вот что, это уголь, что ли? Он весь такой. И все закоксовывается, забивается. Котлы не вывозят, забитые. И происходит у нас следующее. Тепла нету. Тепла нету, ничего нету. Кто у нас тут? Технополис, Московская область. А, над контейнер. Вот такой вот уголь, который забивается, тепла нам не дает, мы мерзнем. Дома сейчас в итоге уже несколько дней было 15 градусов, сейчас вообще 12. Ну, ты как жить с этим?